Здравствуйте, здравствуйте! Добро пожаловать вот в эту красоту, уже предвечерний Красноярск и разгар очередного 9-го тура Мелбет первой лиги. В Красноярск сегодня футбол возвращается на центральный стадион. Самый разгар 9-го тура, 10 сентября, и возвращение футбола в Красноярске на большую 15-тысячную центрального стадиона. Здесь ошибка бразильца Уэсли и редкая возможность на стартовых минутах атаковать у Енисея. Савельев, ух, какая хорошая передача, проходит в штрафную, и удар Ломакина великолепно исполняет Александр Ломакин и выводит Енисея вперед. Первая же доведенная до ума, до удара атака Енисея становится голевой. 12-я минута. Енисей, Родина, 1-0. Но вот этот пас, конечно, вырезал Максим Савельев просто блестяще. Хороший пас. И классно сейчас как сыграно. На третьего, и можно завершать. Иван Тимошенко. 6-й гол в сезоне. Как разыграно все было Родиной. Прекрасно. Вот эти передачи в касание, и просто ошарашена была оборона Енисея. Да, и кажется, и публика тоже красноярская в легком шоке. Ну, посмотрите, во-первых, вот этот пас, сначала была пятка великолепнейшая. А вот сейчас неплохо удается отобрать мяч у Дмитриева. Глушков под давлением все того же Дмитриева уходит и отдает передачу. Шикарный Ломакин! Ломакин! И Городовой! Алексей Городовой у ближней штанги переместился в последний момент и спас свои ворота. Куда реже, да, мы опять отметим. Атакует Енисей, но моменты-то какие. Полно пространства у Воропаева. Он поддерживает атаку. Обратный пас на Турищева. И Султонов опасно. И в каких-то сантиметрах от штанги мяч пролетает. Зрячий исполнял Мухаммад Султонов. Очень тонкий футболист. Момент для удара нашел. Подача пошла куда сильнее от Турищева. Как сейчас здорово сыграл Никита Глушков. Подхватил мяч, казалось бы, уже утерянный. И как здорово играет он через Ломакина. И Городовой реагирует, но от его руки мяч предательски попадает в перекладину. И все-таки оказывается в воротах. Но здесь какая-то хозяйская аура сказалась. Все-таки ворота заглотили этот мяч, который вот таким стремительным образом нам предлагает такое сценарное прочтение на второй минуте, усложнить задачу Городовому. Ломакин, да, он перебрасывает в итоге стенку и попадает то ли в перекладину, то ли даже в крестовину. Очень хорошее исполнение Александра Ломакина. И именно сам Енисей минимум 2 гола забивает, как и сегодня. В одном только случае отличилась команда однажды и проиграла. И что вытворяет Евгений Ставер? Как он парирует этот удар? Хватается за голову Георгий Юдинцев. Он уже, кажется, видел мяч в воротах. Но Евгений Ставер успел переместиться к ближней штанге. Амур Калмыков делал подачу. Левошильцов. Как легко сейчас Самко получает мяч, входит в штрафную. Попытался пробить. И будет удар. И какой мяч! Мощнейший удар с дальней дистанции. Кто это? Олег Дмитриев? Или Мухаммад Султонов? Кто там из засады подкрался к этой массированной атаке Родины? Самко. Здорово. Продлил движение мяча по флангу. И это финальный свисток. Андрей Фисенко дает сигнал к окончанию матча. А это означает, что в ничью расходятся команды Эдуарда Штейнбрехера и Дмитрия Парфенова. С вами прощаюсь. До скорых встреч на футболе. Надеюсь, счастливо.